Сейчас запустится. Ребят, еще раз напоминаю вам, что с 28 числа по 2 декабря будет ретрит, живой ретрит. Я, конечно, вас всех приглашаю с огромным-огромным удовольствием, поделюсь теми знаниями, которые есть у меня. Вот. Но у кого нет возможности, то, конечно же, ребята, есть марафоны. Не у всех есть возможность приехать, я знаю. Вот. Есть марафоны. Вот. Успевайте, меняйте свою жизнь, вступайте в Новый год абсолютно другими. Это круто. Самые большие инвестиции вы можете сделать только в самого себя. Потому что больше у нас нет ничего, кроме вас самих. Света сегодня румян. Добрый вечер. Привет, ребят. Только что домой зашла. У нас дождик такой клёвый идет. Немножечко подпромокли. Сегодня познакомилась я с такой девочкой классной. Меня познакомили. Психолог тоже. Очень интересная девчонка. Так, ребят, сегодня я бы хотела поговорить на тему «Чужая жизнь в долг». Почему такая тема? Потому что сейчас большинство людей действительно начинают прятаться от самих себя. Прятаться от самих себя — и при этом, как лучше спрятаться, как удобнее это сделать? Конечно же, удобнее это сделать, когда ты прячешься, наблюдая, смотря, контролируя где-то в каких-то случаях чужую жизнь. Что я под этим подразумеваю? Что такое чужая жизнь? Чужая жизнь — это когда мы... Есть такое, когда нам интересен какой-то человек, да? И мы... С этим человеком нам приятно смотреть, что он делает, как он живет, какие-то вот эти вот наблюдения. Нам приятно видеть то, чем он занимается, потому что мы понимаем, что этот человек добился определенных каких-то успехов, каких-то определенных результатов, делая вот это. И ты думаешь, я бы хотела примерно такие же, или хотел примерно такие же результаты. И чтобы сделать примерно такие же результаты, плюс-минус, да, вы думаете, вам, конечно же, интересно смотреть на того человека, который это достиг. То есть вы понимаете, что если он делает вот эти вот вещи определенные, что касаемо спорта, что касаемо встреч, что касаемо жизни, то если вы будете делать что-то подобное, то, скорее всего, вас такие же действия приведут к определенным результатам. И это нормально. То есть это нормально, когда мы берем пример с чего-то. Но бывают и те случаи, когда мы не, это уже не про то, что мы берем какой-то пример, да, с кого-то, а про то, что мы погружаемся в чью-то жизнь, не беря с него пример, а максимум, что мы можем сделать, это внешне что-то надеть, одеть, причем это касаемо и одежды, и каких-то повадок, чтобы жить не свою жизнь, а чтобы быть максимально в той жизни, в жизни того человека. Это вот такой банальный пример, да, я вам сейчас скажу, когда например, молодежь следит за какими-то известными блогерами в соцсетях, и они не пытаются прийти к определенным успехам, к определенным результатам, потому что это путь, это большой путь. То есть любой блогер, который вылез, некрасивое слово, но ничего страшного, который вышел на определенный уровень самого себя,
у него был до этого достаточно тяжелый путь. И сейчас очень многие об этом рассказывают, чтобы люди не понимали, что там раз и на экранах такой весь красивый и нарядный. Вот. Но чаще всего, к сожалению, бывает так, что начинают люди смотреть за ним и начинают там думать не что он делает, а что он, например, что он носит, как он делает, что он там, какие манипуляции с телом, с внешностью, с одеждой делает, и пытается взять вот эту вот верхушку, которая не приводит ни к каким результатам, а эта верхушка еще больше закрывает тебя, что есть внутри тебя. Это касается достаточно зрелого поколения, да, которое точно так же себе выбирает, даже касается это осознанных людей. Осознанных людей, которые выбирают себе определенного какого-то кумира и следуют за ними. Почему у меня возникла такая тема? Потому что я встречалась с людьми, это просто великолепные люди. Это вот у них можно столькому... Привет, привет, Вадим. У них можно столько всему научиться, они настолько открыты, они настолько глубоки, они настолько богаты внутри себя, но у них есть такая вот, такой маленький нюанс, что у них бывают периодами, то есть, например, какой-то человек им срезонировал по каким-то определенным жизненным позициям, и они готовы прям вот, вау, мы вот, вот этот человек делает вот это, вот это, вот это. И они прям настолько углубляются внутрь, что если им говоришь на вот этой вот вспышке, что «а есть еще вот так вот», «а бывает еще вот так вот», они у всех проходят вот так. И в этот момент они тебя не слышат. В этот момент не то, что не слышат, а идет агрессивное отчуждение тех слов, которые они не хотят видеть, не хотят слышать. Ребят, секунду. И когда получается, что вот в этом состоянии, если мы начнем отслеживать, у кого-то это ярко выражено, а у кого-то не ярко выражено. Но когда вы находитесь сами с собой в определенном состоянии, в определенной честности, в определенных вибрациях, можете назвать это как хотите, то эти все программки очень четко считываются. И даже не программки, а вот эти вот, наверное, как назвать их? Маятники, убеждения, какие-то верования определенные, там еще что-то. Когда бывает, что засасывает человека. И вот когда нас начинает засасывать какие-то определенные вещи, они могут быть великолепными на самом деле. Нет такого, что они какие-то... То есть есть люди... Они очень глубокие, если вот я возьму на примере, да, своих знакомых. Они великолепные люди, но вот в этот период, когда у них срабатывает вот это вот новое какое-то видение, новые какие-то ощущения, новые взаимодействия с какими-то определенными людьми, они настолько погружаются туда внутрь, что когда мы погружаемся внутрь вот таких вот вещей определенных, мы не видим всей картины, которая есть. То есть мы можем посмотреть, что происходит вокруг нас, куда наше белковое тело попало, в какой круг, в какое окружение, в какое вибрационное поле. Мы сможем посмотреть это только когда мы начинаем смотреть на эту ситуацию как бы сверху. Когда мы в этой ситуации, мы уже, получается, как в тисках. И когда мы, получается, как в тисках, мы проживаем не свою жизнь, а чужую. А чужая жизнь — это всегда кредит. Чужая жизнь, чужие деньги, чужая энергия, чужое, любое чужое — это всегда кредит.
И когда вы выбираетесь оттуда, то тогда получается у вас такой как упадок. О, я уже ничего не хочу, этого не хочу слушать, этого не хочу смотреть, туда не хочу, это не хочу знать, это не хочу слышать, это не хочу слушать. Мне кажется, наверное, каждый был хотя бы раз в таком состоянии. И я бы, наверное, хотела сказать, чтобы вы не то, что не нужно никого смотреть, не то, что не нужно кого-то слушать, не то, что не нужно куда-то вот какие-то новые познания, что вас может зажигать. Это же здорово, когда есть вот эти вот зажигалочки, да, люди? Но все-таки попробуйте не углубляться внутрь, а брать то, что тебе человек дает. То есть когда тебе человек дает, он как бы из твоего мира выбрасывает, из своего, вернее, мира, он начинает выбрасывать вот это вот, вот эти знания, вот этот опыт. Он начинает делиться и брать, вот отдавать это. И когда ты понимаешь, что ты готов принять это, ты просто принимай в свой мир, принимай в свое поле знаний. Но когда ты начинаешь, что такое увлечение? Увлечение — это когда тебе вот это мало, ты говоришь, я вот это еще хочу попробовать, я еще вот это хочу услышать, я хочу вот это вот узнать. И когда у тебя идет перекос, ты начинаешь из своего мира в тот залезать, хватая вот это вот знание новое, хватая там еще что-то. И когда ты вот идешь вот в этом вот в информационном голоде самого себя, то ты не видишь сути, куда ты идешь. Ты начинаешь заглатывать то, что в результате тебе 90% не нужно. И когда мы погружаемся вот в эти состояния, мы теряем себя. И чтобы не потерять себя, это замечательно, когда у вас появляются в вашем поле новые люди, новые знания, новые возможности. Но если вы будете принимать в благости, принимать то, что вам хочется, то, что нужно вам сейчас на данном этапе, то вы будете расширяться. Если вы будете гнаться, это, знаете, из серии «Мне, пожалуйста, таблеток от жадности, да побольше, побольше», вы будете кредитовать самих себя. В постоянном кредите, в постоянно. Это, знаете, такое есть, вот это вот я хочу, и вы начинаете учиться, 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 а потом устаете от всех учений, устаете от тех знаний, которые вы получили. Вы понимаете, что вы просто вот под крышечку. И у вас идет такое, как упадок. И вот чтобы вот этого упадка не было, все время все время берите это из благости. То есть вы услышали что-то, вы увидели нового интересного человека, вы увидели новые какие-то поля, вы увидели новые знания. Через благость берете то, что вам человек дает, не заходя очень глубоко в его поле. Я не знаю, наверное, если, ребят, непонятно, то, пожалуйста, напишите, я немножечко разъясню, как, насколько я попыталась донести эту информацию. Доброй ночи, благодарю вас, Светлана, что делитесь опытом. Вы очень хорошо выглядите, прям очень-очень. Спасибо большое, Виктор. Это я почему именно эту решила тему поднять? Потому что на определенном периоде сейчас здорово, что у меня нет такого в моем поле, в моем окружении. Видимо, я это когда в себе разобрала, то мне это стало неинтересно, и от меня отошли такие люди. Но несколько месяцев назад еще в моем поле были те люди, которые с жадностью либо поглощали определенные знания. Не обязательно от меня, нет, хоть откуда. И они были вот на таком подъеме, а потом вот это вот сдувание. И когда вот это вот сдувание, тогда они вот уже конкретно обращались ко мне. Что происходит? Это, знаете, из той серии, когда вы выходите на силе воли в дни без еды и без жидкости, то, как правило, потом начинают писать, вот у меня срыв. Это как раз про это. Когда вы начинаете отдаваться какому-то человеку, и когда вы начинаете не просто брать от какого-то человека любовь, возьмем, например, пару, возьмем мужчину и женщину, что происходит?
они в определенный момент начинают дарить. То есть когда вот эти вот приятные состояния, когда приятные ощущения, когда идет флирт, да? Когда идет флирт, мы не позволяем себе залезть в поле другого. Мы берем то, что делится, и с благостью отдаем то, что нам хочется отдать. И мы идем на этой легкости, нам хочется этого флирта. Чем дальше мы заходим, тем больше мы можем брать. Но когда мы начинаем переусердствовать, когда мы начинаем уже создавать вот это чувство важности, чувство собственности, когда мы начинаем залезать в поле другого, это же мой мужчина, это же моя женщина. И когда мы начинаем залезать, беря то, что нам хочется еще больше, а еще больше нам когда хочется, когда мы чаще всего, когда мы зациклены на том человеке, когда нас нет у себя, когда нас нет у себя, нам становится с собой скучно, потому что с кем нам веселиться? Нас нет, мы ноль. И тогда мы пытаемся поймать эмоции, может быть, даже выхватить какие-то чувства из мира другого, и мы углубляемся в того человека. И когда мы углубляемся в того человека, как правило, что идет? Начинается давление, давление как одного человека, к которому пришли, его начинают смещать с его мира. Точно так же, как и тот человек, он понимает, что он не в своем мире, а что делать-то? Надо брать, зачем пришел, а этого уже нет, и он еще глубже идет. Идут вот эти вот разногласия, идут непонимания, идут еще и все, все уже вот уже никому ничего не интересно. Это когда мы начинаем залезать в мир чужого. И получается, когда мы выходим из этих отношений, почему говорят больные отношения? Потому что мы, кому-то нет в своем мире места, а кто-то в чужом мире не может существовать. Он не может существовать в чужом мире, никогда не сможет. И когда вот эти вот отношения разрываются, как правило, что люди? Они очень долго переживают, потому что они высосаны. Они высосаны самим собой, своим кредитованием. А что будет, если мы поворачиваемся к себе? Почему я всегда говорю, давайте поворачиваться к себе, давайте узнавать себя, давайте смотреть себя. Именно поэтому сейчас в закрытом клубе мы делаем, я делаю короткие эфиры, но уже почаще стала делать, когда мы разбираем, что такое физика, что такое анатомия нашего физического тела, нашего белкового тела, как оно влияет на эмоциональный фон, как эмоциональный фон влияет на чувствование, что происходит с нами внутри, из-за чего мы можем выйти снаружи, наружу. И вот это вот у нас сейчас очень глубокие темы. Сейчас там мы разбирали там одно, пусть там у нас будет следующий эфир, там завтра, послезавтра про почки, потом будет про сон, что такое вибрации, что такое икры, потому что про икры вообще никто не говорит. А икры — это вообще карта нашего тела. Это же целый клондайк, если мы научимся пользоваться нашим телом, если мы научимся пользоваться нашими икрами, если мы узнаем, откуда это все. Потому что нам сказали, вот здесь есть, здесь есть, здесь есть точки. А икры? А икры — это вообще, когда человек формировался, это еще не наш, да, несколько там тысяч лет назад, у него была там голова была меньше, нос был шире, да, у него плечи были пошире, ноги были короче, но ноги были короче, у него именно бедра, икры всегда оставались на одном и том же месте. Никогда не задавали себе вопрос, почему. Да, именно вот этот, и вот эти такие вопросы мы раскрываем в закрытом клубе. Для чего мы это все раскрываем? Чтобы вы возвращались к себе, чтобы вы понимали, когда вы начнете читать свое тело, которое единственное, что не умеет врать никогда, ни при каких обстоятельствах, это только белковое тело. Все остальное мы себе можем придумать. Мы даже свои поступки, которые мы знаем, что они неправильные, что они не такие, что от этого мне будет тяжело или не тяжело. Если даже мы знаем, если мы уверены, мы все равно себя оправдаем. А тело не даст соврать. И только когда вы осознаете, что такое ваше физическое тело, вы можете спокойно выходить из своего физического тела.
Но я сейчас не о том, что да, не о какой-то бла-бла-бла, что там сидеть в горах там и еще что-то. Нет, я имею в виду, что вы можете намного больше, чем вам дано. Но когда вы к этому придете, вы к этому придете только к осознанию вашей физики, только тогда, когда вы поймете, что в этом мире у вас нет ничего, ни детей, ни любимых, ни машин, ни квартир, ничего нет. В этой плотности вам дано только единственное — это ваше белковое тело. И если вы им не научитесь, говорят, вот какое мое предназначение, что у меня вот есть такое, что, вот куда я иду, к чему мне идти, кто я, где я, и миллион-миллион вопросов. Вы никогда на эти вопросы не ответите, пока вы не поймете, что вам дано. Единственный дар, который дан вам в этой плотности, это ваше физическое тело. Пока вы его полностью не прочувствуете, пока вы его полностью не осознаете, не поймете, не узнаете, что оно вообще, на что оно способно, вы никогда не перейдете к следующей ступеньке. Именно поэтому я говорю, возвращайтесь к себе. Это великолепно. Это великолепно, когда вы знаете, что происходит с вами. Великолепно, когда вы чувствуете, что происходит с вами. Великолепно, когда вы понимаете каждый знак не только вашего белкового тела, но вы понимаете, что когда происходит что-то вне вашего белкового тела, и когда вы начинаете это интерпретировать, вы понимаете, что ваше белковое тело заранее знало каждую ситуацию, которая произошла в мире. Не только с вами, не только на вашей улице, в мире. Представляете, какой вы космос? Представляете, какое вы все? И когда вы возвращаетесь к себе, у вас нет надобности брать в кредит у себя свою жизнь, живя чужой. И это великолепное чувство. Благодарю, недавно сама к этому пришла, Оля. Алексей, пожалуйста, лучше разъяснить. Алексей, напиши, пожалуйста, еще что разъяснить. Мне кажется, я сейчас разъяснила или не до конца. Татьяна. Анатолия. Анатолия. Анатолий. Так, Светлана. Светлана, кто шепчет выпить спиртного? Спасибо. Кто шепчет выпить спиртного? А если ты говоришь про себя, то ты. Это же закрытие. Как, да что такое спиртное, да? У меня где-то есть эфир. Про спиртное я говорила. По-моему, я не в закрытом клубе. Хотя, может быть, это такая тема, что, может быть, только в закрытом клубе я это обсуждала. Эфир целый провела по спиртному. Это если поверхностно говорить, да, то мы уходим из этого тела. Но если мы говорим не поверхностно, то спиртное... Наш организм вырабатывает определенное, я не знаю, как определенный грамм, или как, ну, в общем, определенное количество, давайте так назовем, да, спиртного ежедневно в организме. Вот. И невыработка спиртного в организме это определенное состояние наших надпочечников, которые не вырабатывают их по определенным причинам. И это заложено во внутриутробном состоянии. И если мы будем разбирать это внутриутробное состояние, то, как правило, это чаще всего эти состояния идут у детей абортированных. Чаще всего, не всегда. То есть тут очень много подводных камней. Я сейчас на этот вопрос не смогу ответить, чтобы все поняли, что это каждому подходит. Я сейчас просто общую информацию. Абортированные дети — это те, когда у родителей, например, по каким-то причинам, когда там мама забеременела, и они говорят, ой, что же такое, вот вроде мы так хотим ребенка, но нам сейчас нельзя. У нас нет денег, нет жилья, нет возможности, нет чего-либо там нет. Может быть, хоть что-нибудь. Вот. И когда это происходит, идут определенные процессы на физическом белковом уровне в плоде вашего ребенка, в плоде вас, когда вы были плодом еще.
Но это очень, очень такая глубокая тема, да? Вот. Может быть, просто не хотели, может быть, еще что-то. Ну, то есть, вот, чтобы было понятно, что такое абортированные, да, это не прям, которые сделали аборт, а которые на определенных стадиях, они были сомнения, чтобы рождались вы или нет. Вот. И там у этих деток идут определенные изменения в белковом теле. И выходят наружу вот таким вот образом во взрослом возрасте. Но это, говорю еще раз, это очень глубокая тема. Я могу вам поверхностно сказать, да, что-то вы закрываете, что вы не можете жить в этом мире, но это же все будет, это поверхность. Если хотите поверхностно разобраться в этой проблеме, то очень много психологов, которые говорят по психосоматике, очень достаточно понятно вот про это. Если вам это хватит, если вам хватит этого копнуть, то можете посмотреть. Вот. А если вы хотите прямо посмотреть, что у вас, потому что алкоголь — это всего лишь следствие, это такая ерунда. Вас вообще не алкоголь беспокоит, вас беспокоит вообще абсолютно другое. Вас же не беспокоит, что вы воду пьете. И то можно выпить, и то можно налить стакан. Но вас беспокоит именно алкоголь. Почему алкоголь? Что он дает вам такого, что вы для себя приняли, что это плохо? Какие он вам дает знаки, какие он вам дает маячки? Где у вас этот звоночек сработал, что это плохо, что вы не хотите? Это уже абсолютно другое, это намного глубже. Да, спасибо, вовремя подтверждаете. Благодарю. Да, ребятки, задавайте еще вопросы. Я, в принципе, вот эту тему раскрыла, насколько ее можно раскрыть, да? Ее можно копать очень долго и очень глубоко, но вы знаете, что я не особо любитель длинных-длинных эфиров, если у вас нет вопросов. О, Сережа, привет. Да все просто, господи. На левом плече сидит чертик, на правом ангелочек. Если черт перекрикивает ангелочка, значит человек идет вперед. Сережа, ты чудо. Жду тебя с огромным удовольствием. Все просто. Видите, как все просто у нас. Давайте, ребятки, задавайте вопросы, если вопросов. Спасибо, Алена. Если вопросов не будет, то я тогда отключаюсь, потому что очень приятно, ребят, скажу вам сразу же, очень приятно с вами выходить в эфиры. Для меня это... Меня это распаковывает, когда я что-то проговариваю, меня это распаковывает. Я очень часто не помню, что я говорила, но вот именно на это приходит какая-то новая информация, когда я вам это говорю. Поэтому приходите больше на встречи, приезжайте в Питер, ребята, кто в Питере, приезжайте, приходите на марафоны, приходите на ретриты. Я с огромным удовольствием прям даю вам эту информацию, потому что потом все новое и новое приходит. Я не знаю, что делать с алкоголем и одиночеством. Что делать с алкоголем и одиночеством? Ну, ты сначала спроси, что ты будешь делать без алкоголя и без одиночества. Вот на этот вопрос себе ответь. Что ты будешь делать без него? А потом уже придет все остальное. Света, правильно я поняла, что у детей, которых сомневались рожать или нет, включается программа самоуничтожения? У них уже включена программа самоуничтожения изначально, да, и они очень редко живут для себя, то есть они все время живут в том, чтобы доказать своим родителям, что они не просто так появились на свет, что они вот такие молодцы. И им очень тяжело, пока, если этот человек понял, если это он проработал, то прям вообще он становится абсолютно другим. А так, да, он всю жизнь идет в доказательстве. Доказательство сначала родителям, что вы не пожалеете, что вы меня родили. Потом доказательство там своим любимым, своим детям, своему мужу, своим внукам. Все время в каких-то гонках за хорошестью. Это очень тяжело людям. Это нужно... все отмотать назад. И я вам, ребят, скажу, что
очень легко на самом деле войти в состояние внутриутробное состояние, когда вот те ощущения, вы каждый помните эти ощущения, и их можно прям перепрожить по новой, и с вашим новым сознанием, и у вас вот это вот все отлетит. Привет, Светлана. В Питер приезжала? Нет, ребят, в Питер я же поеду 10-11 декабря после ретрита. Приходите, я вас с огромным удовольствием там буду ждать. Сегодня дочери день рождения, 13 лет. Есть ли в этой дате какие-то опасности? О, поздравляю твою дочь. Великолепное число. Великолепное число. 13-е. 13, 4 это... У меня тоже 4 числа день рождения. Это ж четверка, это ж любовь. Мне кажется, это великолепное число. Да, перепрожила. Вот. Кого-то уже получилось. Здорово. Дочь создана любовью. Очень многие люди созданы действительно любовью. Не всегда любовью родителей, но любовью своим родом. Это тоже такая очень глубокая тема. Ребят, если будут запросы, пишите, что вы хотите узнать, какие темы. Я буду их раскрывать, потому что я не понимаю, насколько вы готовы к каким темам. Мне вот хочется обратную связь. Я поэтому... выписала там, задайте мне вопросы. То есть мне очень важно, что вас интересует. Мне очень важно, какие вопросы от вас идут, чтобы я понимала, какие вас интересуют темы, какие нужно раскрыть, каким, может быть, не готовы еще на открытые эфиры. Вот, потому что то, что происходит, например, в закрытом клубе, то, что происходит, ну, даже не в закрытом, на марафонах, на открытых встречах, тем более на ретрите, это вообще все не то, что я говорю здесь. Это вообще абсолютно другое. То есть там идет распаковка другая, вас. Вы становитесь другим, вы оголяетесь. Но не все я могу рассказывать на прямых эфирах. Спасибо за сердечки. Если пробуждение случается, еда отваливается, да не всегда. Смотрите, нет привязок к еде. Пробуждение и еда не связаны. Хотите – кушайте, не хотите – не кушайте. Но важность еды пропадает. Когда пропадает важность еды, вам становится без разницы, кушаете вы или нет. Вы можете кушать, например, несколько дней, а можете не кушать несколько месяцев. Абсолютно неважно. У вас нет эмоционального фона, привязки. Когда у вас случается вот это вот пробуждение, у вас отваливаются эмоции, вы идете на чувствование, а еда — это всегда эмоции. Когда вам неинтересны эмоции, когда вы понимаете глубину чувствования, тогда вы не стремитесь познать и притянуть к себе какие-то эмоции. Когда вы не стремитесь их притянуть, у вас отваливается то, что приносит вам эмоциональный фон. Еда — это эмоциональный фон, это отваливается. И просто вы где-то кушаете, бывает, на каких-то там мероприятиях, на сборах с родственниками, чтобы не шокировать их, бывает там, ну, там несколько виноградин, там уже нет такого, что там, о, пельмешки там, сейчас я зарубаю. Этого уже нет, это уже неинтересно, это уже в прошлой жизни. Поэтому, может быть, кто-то кушает, почему? Кушают пробужденные. Просто этого нет уже, такого, ой, вот я вот это хочу. Хотелки абсолютно другие. Это еще хорошо, когда хотелки есть. Чаще и хотелки пропадают, но ты должен на себя... Я, да, рассказывала вот в эфире, да, что пропали все хотелки, но нужно себя как-то, потому что иначе не хочется ни эфиры проводить, ничего, ты уже в других пространствах и в определенный момент ты понимаешь, что как бы либо ты будешь совсем в других пространствах, либо все-таки пока тебе дано это белковое тело, нужно все-таки выводить, чтобы не жадничать, других выводить. Но иногда бывают прям такие периоды, прям совсем как бы в ноль. А где можно посмотреть информацию насчет встречи в Питере? Напишите мне в личку, я дам контакты организатора,
Кристины. Вот, и можете ей написать, она скажет, что, где и как. Как себе помочь пробудиться? Расслабиться. Расслабиться и меньше смотреть, меньше читать книг о пробуждении, наверное, так. Я ни одной книги никогда вот про это не читала. Иначе вы зацепитесь за чужой путь и заблудитесь в своем. Вы начнете искать проявление чужого пути, а у вас абсолютно другое. Он не то, что абсолютно другой, а смотрите, как получается. Он нет, не другой, неправильно сказал. Вот смотрите, вот гора, да? Вот. И есть человек вот здесь, вот, который находится, а есть, который уже вошел на гору. И вот здесь вот летит между ними, и этот стремится на гору, этот уже на горе. И здесь вот, например, на половине горы летит птица. И этот с горы сверху смотрит. И он говорит, о, смотри, какая птица. Вот та птица, она выглядит так-то. Он смотрит со своей стороны. А этот видит, он говорит, вот эта птица пролетит, значит, ты уже рядом со мной, ты уже здесь. Значит, потому что я вижу эту птицу. А ты смотришь снизу. И ты видишь, тебе на снизу кажется абсолютно другой. Ты такой думаешь, о, нет, это другая птица, значит, он еще где-то не рядом, значит, я еще где-то не рядом. Другую птицу нужно ждать. А птица одна и та же, просто каждый смотрит со своей стороны. А если бы вы не видели, если бы он вам ничего не сказал, то вы бы просто шли. И когда вы находите удовольствие в своем пути, это и есть ваша жизнь. Вы живете жизнь. И только когда вы научаетесь жить свою жизнь, к вам приходит новое сознание. Но, ребят, еще раз, наверное, может быть, это только у меня. Но у меня, когда пришли определенные состояния, очень с каждым разом все глубже и глубже вскрывали. И вот когда вот приходило, вот, не знаю, от последних нет, крайне вот это вот мое состояние, очень хорошо, что со мной был близкий человек, потому что я была в таком состоянии, то есть там настолько был ноль, не было состояния такого, что ты хочешь умереть или ты хочешь жить. То есть вообще, то есть грань полностью стерлась между жизнью и смертью, абсолютно. И вот это вот то состояние, там его нет плохого, ты не хочешь из него никуда не вернуться, не выбраться, это не депрессия, это вообще абсолютно про другое. Это про такую тотальную легкость внутри, которая полностью стерта грань между жизнью и смертью. Но про нее очень сложно рассказать в прямом эфире, потому что каждый будет интерпретировать мои слова со своего видения, с видения своего мира. Вот, чтобы у вас не сложились ложные какие-то видения, об этом лучше не говорить. Об этом лучше говорить на живых встречах, чтобы человек мог тебе задать вопрос, а ты мог его максимально раскрыть. Потому что есть такие состояния, когда ты с ребятами вчера был у нас эфир в закрытом клубе, и я рассказывала, что такое живот, что такое грудь, что такое реактор и что такое рубильник. Да? Вот. В определенном состоянии как раз есть такое чувствование, когда ты уже доходишь до рубильника, есть глубокое чувствование, которое у тебя врубается, оно уже никуда не уходит. Это ледяное огнище. Его очень сложно объяснить. Вот. Когда тебе еще задают вопросы, ты можешь хоть как-то людям подсказать, что это такое. А когда ты просто говоришь в одного, да, ну как люди говорят, ну как это огонь и лед? Вот. Это очень сложно. Вот очень многие такие моменты, которые я хочу донести, их не могу открыть в прямом эфире, потому что я просто не смогу донести, вы не сможете мне задать вопрос, а я вам не смогу направить вас в те состояния, чтобы вы поняли, как это. Вот. Еда давно неинтересна, но продолжаю себя насиловать, чтобы соответствовать зачем-то. Ну, вот и ответил на вопрос, а кому ты хочешь соответствовать? А тебе это соответствие что даст? А если ты не будешь соответствовать, как ты с этим будешь дальше жить? Тебе будет интересно? На все эти вопросы отвечайте себе. У меня 5 дочерей и 6-й сын. Было 4 аборта.
Реально ли вообще узнать, какого пола были абортированы дети? А узнать, чтобы что? Вот задавайте себе вопрос, когда вы задаете себе вот такие вот вопросы, вы должны понимать, чтобы что? Что это вам даст? Вы же сейчас находитесь, вы же сейчас себя гнобите? Вы не понимаете, что вам с этим делать? И вы пытаетесь найти ту хорошую часть, вы пытаетесь себя... Вы сначала себя забрали, задвинули в состояние... что вы ужасный человек, ужасная мать, что вы смогли вот это сделать, а сейчас пытаетесь саму себя оправдать. Но вам же никто не говорил, что вы плохая. Вы же пока сама себе не признались, что вы просто есть. Вы такой никогда не будете. Вы все время будете, вас все время будут качать, все время будете в состоянии жертвы, неважно, в хорошести, либо в плохом состоянии. Вы все время в состоянии жертвы самой себя. И вы себя просто гложете. Сейчас вы просто ищете еще один из моментов, чтобы что? Вот вы узнаете, кто это был, какой это пол был. Его уже нет, этого пола. Эта ДНК не сформировалась. Она ушла, она в вашем роду стоит. Может быть, вам нужно вопрос задать, как работать со своим родом? А интересы профессиональные и вообще жизнь не отвлекают от процесса пробуждения? Или на первом плане духовное должно быть? Да нет, ничего не должно быть. Вообще у некоторых людей выстреливают, которые вообще даже не знали, что такое духовность. Просто бывает вот так вот раз, и все, и тебя вот открылось. Это бывает не часто. Это бывает только потому, что твой род подготовил твое белковое тело к определенным вибрациям. Это даже не твоя заслуга. Вот. Но у тебя это закрыться не может, но ты в определенный момент бывает такое, что ты не можешь с этим жить. Ты не знаешь, как с этим жить. И это приводит к не очень положительным процессам в твоей жизни. Поэтому, конечно, лучше, проще, наверное, когда это открывается у людей, которые куда-то идут, что-то понимают и уже готовы к определенным состояниям себя. Но, ребят, могу сказать по опыту, что очень мало кто понимает, что такое вообще пробуждение, потому что мы думаем, что это счастье, такое-то, такое-то, что это определенные моменты, когда у тебя то сбывается, то сбывается. Это вообще не про это. Вот. И когда вы это понимаете, когда вы это осознаете, то, наверное, я вам скажу, что в определенных моментах очень проще жить в состоянии осознанности, а не в состоянии пробуждения. В состоянии пробуждения там немножечко по-другому. Но многие... которых вот я слышала, я не так много людей слышала пробужденных, они как раз говорили про пробуждение, которое было до этого. Да, оно такое легкое, оно глубокое. Но когда меня выкинуло дальше, я как раз поняла тех людей, которые уходили в горы, которые уже уходили из социума. Вот. Было такое, да, я их сейчас очень-очень глубоко понимаю. То есть духовное пробуждение — это не моя заслуга, а моего рода? Нет, почему? Я говорю, что это бывает не у всех. Это и твоя заслуга, и рода. Но бывает такое, что люди просто заслуга рода. Бывает такое, что только заслуга рода, что ты туда вообще не шел за этим пробуждением. Тебе было комфортно в тех вибрациях, в тех состояниях, в том социуме, в том окружении, в котором ты был. А у них бывает, что срабатывает, щелкивает. И не всегда это, не всегда люди могут с этим жить. Нет такого, это просто сказки, это то же самое, что нам, что я слышу очень много, что там, о, автономия, это вообще, это то. Но если вы заходите глубже, это, чтобы дойти до определенных состояний, вас так выворачивает, как физически, так и психологически. Вы другой становитесь, вы настолько становитесь другой, что, ну, представляете, вот вас сейчас на другую планету выкинуть, и вам с этим нужно будет жить. Вы другой, это не хорошо, не плохо, вы абсолютно другой.
И не всегда к этому готовы люди, поверьте. Потому что даже к определенным состояниям я не была готова. То есть я не знала, что есть после определенного пробуждения. Пробуждение, просветление. Ребят, я эти слова не люблю упоминать. Я не понимаю толком в них смысл, да? Вот. И когда меня оттолкнуло еще глубже, то тогда там другие состояния, из которых можно уже никогда не выходить. Но тогда вы никогда, уже тебя здесь не будет. Там, если ты не идешь в какую-то определенную сторону, то ты не видишь смысла на сегодняшний день в этом белковом теле. Ты его можешь оставить, чтобы оно, да, функционировало, но ты будешь там, не знаю, там лежать годами, люди не будут понимать, что с тобой случилось, а ты просто не в теле, оно просто белковое тело. Причем неважно, сколько лет оно будет лежать. 30 лет, 40 лет, 140 лет. Там по-другому. Вот. Ну что, ребят, будем прощаться. Я вас всех обнимаю. Спасибо за вопросы, спасибо, что были со мной. И я, конечно же, вас жду на встречи, на живые ретриты, на живые встречи. Мне очень приятно, когда вы приезжаете, правда, потому что то, что я могу вам сказать при встречах, это, конечно, немножко другое. И на марафонах я тоже очень рада с вами быть. Присоединяйтесь в клуб. Всех. Почему пробуждение — это так сложно? Это не сложно. Десятки лет медитации, внешняя помощь от уже пробужденных и так далее. Если это естественно. Ты не туда... Станислав, ты не туда пошел. Ты идешь не своим путем, поэтому тебе кажется, что сложно. Тебе нужно свернуть к себе. Выходит дальше тех состояний, о которых говорят, да. Просто дальнейшие состояния не всегда видят смысл о них рассказывать. Это сложно понять человеку. Не то, что сложно понять, вообще сложно рассказать. Как попасть на живые ретриты? Сергей, напишите в личку, либо в телеграм Лафлана, либо Школа автономии. И вам там все ответит. В Телеграм напишите, в Телеграме просто проще будет. Либо здесь все контакты есть под видео. Мария Степановна, благодарю. Благодарю, Светлане. Благодарю вас, ребят. Все, ребятушки, все контакты есть. Все контакты есть под видео, под каждым видео. Вот, поэтому пишите, не стесняйтесь. Да, и мне ребята сейчас, я стала это отслеживать, мне ребята говорят, что стеснялись мне позвонить, стеснялись мне написать, стеснялись даже на ретриты приезжают, а потом только на второй, на третий день ко мне подходят, говорят, можно вас потрогать. Ребят, не стесняйтесь, пишите, я по возможности отвечаю. Единственное, что бывает такое, я уже говорила, мне бывает за ночь приходит личных сообщений около 180-200. Я не все успеваю просматривать, и бывают такие, которые просто там, например, я там столько-то дней на сухих, вот у меня там такие-то состояния, что вы можете посоветовать? Ребят, я по СМС не советую, это глупо, потому что это же нужно вас спрашивать, что, как, это очень долго, это много эфиров у меня про это. Есть консультации, есть марафоны, есть ретриты, есть живые встречи. Вот. Поэтому приходите, я там все отвечу. А в смс-ках мне очень тяжело отвечать, потому что это должен быть прям переписка огромная. Вот. Это первый момент. И второй момент бывает такой, что я, например, открыла сообщение ответить. Меня кто-то отвлек, и оно уже не горит, как непрочитанное. Я про него забыла, и оно ушло куда-то вниз. Буквально там за час я его уже никогда не найду.
Бывает и такое. Если какие-то ситуации, если действительно прям что-то нужно спросить, не бойтесь написывать мне по 10, по 20, по 30 раз. Я абсолютно такой же человек, как и вы. Ну все, ребятки, все. Всем спасибо, всех обняла крепко-крепко. Пока.